Так, тема следующей лекции у нас – политика. Политика. А политика у меня сейчас такая, что я вот сходил в деканат и попросил принять меры к тем, кто не ходит на лекции. Чтобы потом, я, конечно, имею свои средства наставить двойки на экзамене, но лучше до этого не доводить. Пока еще есть время. Так что, товарищи, у нас это что-то не очень понимает свои обязанности некоторые. Так, что такое политика? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос сходу? Потому что это вроде как общеупотребительный термин, да? Политика. То есть, как бы считается, что всем это известно. Вот что такое политика? Иван Михайлович, у меня занятие. Угу. 5 часов. Угу. Угу. Да. Угу. Так. Что такое политика? Вам известно это слово? Ну, политика понятие очень растяжимое, смотря, если рассматривать... Понятие растяжимое или общеупотребительное представление растяжимое? Понятие нерастяжимое. Понятие это очень серьезное название. Вот у Гегеля целое учение понятия не видели? Это нерастяжимое, это точная научная категория понятия. Это такая снятая сущность, через которую просвечивает бытие. Так что это нерастяжимое понятие. А? Организация всех. Организация чего? Жизни. Жизни? Так она всегда будет, что это политика вечное понятие. То есть она при всех способах производства. А что, вот при первобытном общинном строе была организация жизни? Была. А политика была? Не была. А у вас на что у вас растягивается эта политика? На сколько формаций у вас растягивается политика? На все формации или не на все? Все, не на все. Значит, тогда уже получается... А? Начиная с рабовладельческой, начинает появляться политика. Так. И когда заканчивается? Пока не закончилось. Что пока не заканчивается? Вообще никогда не заканчивается? Так и будет вечно политика? Ну, возможно, когда человечество... Человечество надоест заниматься политикой, оно закончит, да? Как? Ну, человеческая цивилизация прекратится, скорее всего, политика тоже. Когда что прекратится? Человеческая цивилизация. Цивилизация. А, то есть, когда нас умрет, мы умрем, то политики не будет. Логично. Заниматься некому будет. Ну, некому будет, понятное дело. Логично. Это как вроде как студентов, если всех отчислить, то и лекции не надо читать. Это решение вопроса. Кстати, и преподавателей можно будет тоже выгнать, потому что а зачем преподавателя, если нет студентов, правда? Кардинально. Так, ну вот из этого небольшого опроса выясняется, что у присутствующих, так сказать, научного понятия политики нет. И ничего в этом удивительного нет, потому что все понятия, так и общеупотребительные, наиболее известные, обладают свойством известных понятий. Что такое, какое свойство у известных понятий? Оно настолько известно, что его употребляют, не задумываясь. Причем оно известно так давно, с детских, молодых ногтей, что с детскими представлениями люди доживают до глубоких седин. А кто будет задумываться над тем, что и так известно? Вот подумайте сами. Ну, что задумываться? Это известно, что такое политика. Уже можно прямо его применять. А что применять? А применять можно растяжимое. Как его применять? А если оно растяжимое, никак его применять нельзя. Оно как бы неубиваемо, как вот грязь. Как ее не топчи, она все равно остается грязью, ничего с ним не делаешь. Поэтому оно никакой формы не имеет, ничего определенного не имеет, и поэтому ничего про него и сказать нельзя. Кстати, про политику говорят, грязное дело, часто говорят, да? Вот, грязное дело. А вы говорите, мы всю жизнь будем заниматься, пока не умрем грязным делом. Ужас. Ужас, что вы нам сказали? У вас там как что-то светлое получается, организация, а вы вообще... Это еще организация грязных дел, что ли, если у вас это симбиоз сделать, составить? Кошмар. Значит, вот что должны были бы заметить товарищи, изучающие
ну вот, так сказать, те формации, которые есть, формационные движения, которые есть, то, что понятие политики очень тесно связано с понятием классов. Понятия классов у нас совсем нерастяжимые, правильно? Классы – это большие группы людей, отличающиеся по положению в производстве. Пока есть классы – есть политика, нет классов – нет политики. Поэтому это понятие растяжимо только на тот период, когда есть классы. Нет классов – нету, еще нет классов – нет политики, уже нет классов – тоже нет политики. Поэтому, несмотря на то, что вы нас тут хотели запугать, что у нас политика будет аж до смерти человечества, мы как-то о смерти не хочется думать, мы-то, может, с вами умрем, а человечество вряд ли умрет, поскольку оно по своей природе вечно развивается. И вот как только классы уничтожены, то есть когда деление на классы будет уничтожено, ни о какой политике и речи быть не может. Политика – понятие классовое, а не бесклассовое. Классовое. Раз классовое, то может быть политика одного класса, а может быть политика другого класса. Может быть политика правящего класса, а может быть политика угнетенного класса. Может быть политика ошибочная, а может быть политика верная. Еще говорят про политику, она есть концентрированное выражение экономики. И это правильно. Это правильно. Это, кстати, соответствует тому, что вы говорили. Но это вот высказывание о политике, суждение. Это не определение политики. Потому что таких суждений можно высказать очень много. Вот. Человек есть животное. Это же правильное суждение. Вы же не растение, это правда? Но это не определение человека. Вот. Значит, что же за политика? Вот нам известно высказывание такого рода, что политика начинается с миллионов. То есть, если большая толпа – миллион, значит, уже политика, да? Это определение политики? Нет. А почему с миллионов? Потому что если это о классах идет речь, то, конечно, класс – это вот большие группы людей. Поэтому говорить о политике, когда речь идет о… То есть, моя политика – сварить суп. Это высказывание не очень увяжется с таким пониманием политики, которое связано с классами, а не с какими-то мелкими такими затеями или делами. Значит, можно встретить такое суждение политика, есть отношения между классами. Это уже приближается к определению отношения между классами. А какое отношение между классами? Скажите, пожалуйста, в чем оно состоит? Отношение между классами какое? Подчинительное. Ну, это как-то вот не по-русски получается. Так, по смыслу вроде правильно, а с точки зрения языка надо отредактировать. Подчинительное, не говорят. Управление. Ну, а управление или подавление? Или подавление? Подавление или управление? Как сказать? Совмещается. А? В этом смысле совмещается. Совмещается. Как совмещается? Ну вот если у меня один класс, а у вас другой. Как мы с вами сосуществуем, а? Борьба классов, да, классовая борьба. Вот. У нас вот французские буржуазные историки открыли классы и классовую борьбу. И классы не могут не бороться между собой. Почему? Потому что каждый класс эгоист, правильно? У него свои интересы. Значит, они в одном обществе. Раз в одном обществе, у одного одни интересы, у другого и другие интересы. Если они противоположные имеют интересы, то у них борьба антагонистическая. Если они имеют близкие интересы, то она не антагонистическая, но все равно вот есть разница, правда, в интересах. И не все в одинаковом положении. Один класс может выражать интересы другого класса, а другой нет. Вот рабочий класс выражает интересы мелкой буржуазии? Выражает. Почему? Потому что рабочий класс выражает интересы всех трудящихся, потому что, там сказать, в том обществе, которое создает рабочий класс, для всех трудящихся место будет, и место достаточно благоприятное. Но не все он интересы мелкой буржуазии выражает. Вот ее интерес вырасти из мелкого хозяйчика в буржуа не выражает. Правда? Но сказать, что рабочий класс выражает интересы буржуазии, уж никак нельзя. Буржуазия – антагонистический класс,
И поэтому, либо, то есть рабочий класс, буржуазия может уничтожить, буржуазия рабочий класс не может уничтожить, у них неравное положение. Но с виду, кажется, вот в буржуазном обществе господствует какой класс? Буржуазия. А господствовать она может, но она без рабочего класса не может быть буржуазией. А рабочий класс может быть без буржуазии, прекрасно обходится, если он станет господствующим классом. Но не сразу. Даже вот, если взять историю, там период переходный, скажем, без известного периода НЭПа, когда нужно было допускать возможность даже наемного труда. Трех работников можно было нанять в период НЭПа в социалистической России, правильно? Потому что нужно было как-то поддерживать хозяйство. Пока вы там наладите свое социалистическое хозяйство, а люди-то вымрут тогда, и будет то счастье, которое нам обещали, не будет болеть. И все будет хорошо. Поэтому, вот, причем политику хотелось бы определить как-то как единую категорию, а не так, что для одного класса одно определение, а другого класса другое определение. Потому что они еще классы могут поменяться. Поэтому политика должна быть какое-то иметь единое определение. То есть это не такая простая задача. Не такая простая задача, то есть она связана, эта политика с борьбой классов, а она не связана с государством. Раз вот вы говорили о подавлении, о правящем классе, да, связано. А государство вы знаете, что такое? Государство – это ведущая единица в политической системе, занимающейся управлением страной. Вот, ведущая единица в политической системе, занимающейся управлением. Это, может, это Владимир Владимирович? Он, во-первых, единица, во-вторых, ведущая, во-вторых, в политической системе. Ну, прямо подпадает вот ваше определение. Как вы точно указали, президент, да? То есть это не определение государства. А что такое организация? Вот вы должны взять, как историки, посмотреть, как образовались классы. Сразу образовались какие? Один класс господствующий, другой подчиненный. Так? Какой был первый класс? Какие первые два класса образовались? Рабовладельцев и рабов. Кого было больше, рабов или рабовладельцев? Рабов. А кто подчинял кому? Меньшая часть. Малое количество рабовладельцев подчиняли большое количество рабов. Как можно подчинить большое количество рабов малому числу? Только с помощью специального насилия. Насилие. Без насилия это невозможно. Дескать, сейчас я вас буду убеждать, идете ко мне домой и вскапываете мне огород. Вот всем курсом. Как вы думаете, удастся мне убедить? Я сомневаюсь. Ну, можете одного, другого там для интереса, может, вы пойдете посмотреть, что там у него за огород. Но как-то вот так представлять себе, что меньшинство может так взять и убедить другой класс противоположный, чтобы он на него работал, более того, помалкивал, дескать, придете, будете молчать и работать. Почему? Потому что, хотя раб – это говорящее орудие, да, но если рабовладелец скажет «молчи», он должен и молчащий еще быть орудие, так? Потому что можно сделать с рабом? Все может сделать рабовладелец с рабом. Все, что угодно, убить может его. И это не только не карается законом, а предполагается законом. А закон что такое? А закон – это норма, которую устанавливает какой класс? Правящий. То есть право – это возведенное в закон воля господствующего класса. Вот определение права. Замечательный, надо его запомнить на всю жизнь. Право есть возведенное в закон воля господствующего класса. Право, возведенное в закон воля господствующего класса. Это вызывает у вас сомнения, это определение? Не вызывает, да? Оно очень точное, очень емкое. А как на этом фоне смотрятся правозащитники? Что они делают? Они защищают волю господствующего класса. Я-то думал, что вот вы как будете защищать меня от этого права. То есть меня как того, кто подчиняется, кто подвергается угнетению, да, и преследованию или подавлению. А правозащитники, они право защищают, а не людей. Так что надо, людей от права защищать или право от людей?
право надо от людей, потому что иначе эти люди потребуют изменения этого права, и чтобы оно не в такой степени давило на людей. Правильно? Так вот, надо право защищать, и правозащитник этим и занимается. Поэтому вы видели прогрессивных правозащитников? Я не видел. Они вроде бы как называется так вроде красиво, что-то такое вроде как хорошее дело. А что хорошее сделали правозащитники? Ничего хорошего они не могут сделать при такой постановке вопроса. И не могут, потому что они еще и безграмотные в смысле этого. Если они понимают, что такое право, зачем его защищать-то? Может, его сломать надо, это право, и установить другое. Это называется революция, да? Когда на место одному праву приходит другое право. Когда власть меняется, что сначала, право или власть? Во время революции. Власть. Сначала власть. Нет, какое право? О чем вы говорите? Что-то, в чем состоит революция? Все ваше это право не извергается, не излагается. Так, правительство не изложено, право это все старое отменяется. Но если неудачная будет революция, то тогда, конечно, в соответствии со старым правом будут гонения и преследования тех, кто делал эту революцию. Так? А если удачная, как была революция 5-го года, неудачная. После этого поубивали большое количество рабочих, во время, которые подняли декабрьское вооруженное восстание в городе Москва. А если вот такое тихое мирное было, тихая мирная революция при таком перевесе сил, которые были, которое было в Петрограде в 1917 году, все, право закончилось, то появились декреты советской власти. Это что, начатки права, правда, декреты. Причем декреты были правительства. Вообще-то право, так как принято его специальные органы законодательные, создают. Потом появилась Конституция 18-го года. До 18-го года не было никакой Конституции. И что эта Конституция означала? Что та Конституция все старая полностью отменяется, устанавливается новый основной закон. Правильно? Выражающий интересы какого? Ну, другого класса, который пришел к власти. То есть сначала утверждается новая власть, потом новая Конституция, а после новой Конституции новое уже право развернутое, оно потом создается. Соответственно, и в условиях контрреволюции то же самое. Отвергается старое это право, которое было, вот советское право отвергнуто, появляется новая Конституция. Как Конституция появилась? Мирным путем или из танков выстрелили ее? Из танков ее выстрелили, эту Конституцию, потому что этот референдум или опрос, который был по Конституции, он содержал вопрос, не имеющий отношения к проектам Конституции, которых было 5. Он имел такой вид: признаете ли вы Конституцию Российской Федерации? По танкам, из танков уже стреляли. По вас еще не стреляли. Признаете Конституцию Российской Федерации? Ну, и все. А то, что было, так сказать, изображено как Конституция, и которая сейчас является Конституцией, его что, за нее кто-нибудь голосовал? Нет. А никто на голосование и не ставил. Как вообще надо было бы с точки зрения там, буржуазной демократии, если делать? Тут есть 5 проектов. Я это очень хорошо наблюдал, потому что я был членом Конституционного совещания и присутствовал. Был один проект товарища Румянцева. Это комиссия Верховного Совета во главе с Ельциным. Секретарь Румянцев. Второй проект, это тот, который сейчас считается Конституцией, это, вот говорят, Шахрай его подготовил. Не знаю, кто его готовил, откуда он взялся, но вот он, так сказать, вот этот проект и двигали как Конституцию. Якобы, без голосований. Третий проект был проект Собчака. Он ходил и в мраурном зале Кремля это все происходило и раздавал. Четвертый проект был Жириновского. Так он везде, когда вот камеры телевизионные, он всегда там потешает народ постоянно. А тут он ничего не потешал, он спокойно свой проект раздавал. Я ходил и раздавал проект, который подготовлен был депутатом Слободкиным. Он судья Солнечногорского района Московской области. Вот этот проект содержал пункт о том, что выборы должны быть по коллективам, по фабрикам и заводам, а не по территориальным округам. Вот. Этого Слободкина, который мимо Ельцина хотел пройти, поскольку это вот, ну, как у нас, вот только вот не было такого подъема наверх, а ровный зал, стал проходить, его схватила охрана Ельцина и вынесла его в фойе, потеряла туфель, подобрала, там ему отдали.
И все это показали по телевидению. Что даже пройти нельзя около этого самого. Что касается товарища Хасбулатова, который возглавлял Верховный Совет, когда ему слово предоставили, сторонники Ельцина били, значит, крышками столов, и его забили, и не дали ему вообще говорить. Поэтому они ушли, и я тоже заодно ушел. Думаю, ну раз уходят эти противники этой диктатуры, я ухожу тоже. Но когда я пришел в Белый дом вместе с другими, оказалось, что там большой банкет, и это другие революционеры, которые там такой большой стол накрыли, куда там вход был очень немногим. Надо было сначала в Белый дом попасть, в правительственный дом. Это был не правительственный дом, это дом был еще Верховного Совета. А там еще, оказывается, в это помещение. Вот, но я там видел, как хорошо там люди гуляют, эти революционеры, которые выступали против Ельцина. Так что картина примерно такая, что эта группа людей недалеко отличается, недалеко ушла. Ну вот, а на голосование ни один проект не был поставлен вообще. Потому что как надо было бы сделать? Ну вот есть 5 проектов, давайте определим 2, которые получат наибольшее количество голосов. Да? Определили. Поставим на голосование. Если ни один не получил большинства, надо переголосовывать. Тот, который получил больше всех, надо поставить на голосование 1. Если он получит большинство голосов, просто большинство, это еще не Конституция. По закону о Конституции Конституция может быть принята только если за нее проголосует больше половины имеющих право голоса в Российской Федерации. А столько и не пришло на этот референдум вообще. Это во-первых. А во-вторых, ни один закон, ни один проект и не ставился на голосование, а просто спрашивали его, а вот признаете вы Конституцию Российской Федерации? Буквально, по буквальному смыслу это относилось к Конституции РСФСР. Она же была действующая Конституция, она Конституция, а все остальные проекты. Но это должно нас не удивлять, потому что и революция, и контрреволюция, она просто выбрасывает старые законы и Конституцию, и устанавливает новую. А потом уже это все оформляет. По факту, да, это Конституция. Почему? Потому что в соответствии с ней строится система законов. Она и построена. Поэтому мы, если мы понимаем, как делается политика, мы должны понимать, что в политике так гладко не бывает. И революция – это перерыв постепенности. И контрреволюция – это тоже перерыв постепенности. Ну, что там, голосование, танки подкатили, вот и голосование. Голосовали. Вы что, не услышали этого голоса? Голос был очень громкий. И такие языки пламени были на Белом доме. Не видели, что ли? Вот это и есть голосование. Ну, это мелочь, то, что мы его спросили насчет Конституции. Что, не против Конституции? Смотрите у нас. Танки у нас еще есть. Так вот, государство. Что такое государство? Это организация насилия для проведения политики, для осуществления интересов господствующего класса. Организация насилия для осуществления интересов господствующего класса. Или по-другому. Или по-другому. Государство – это организация насилия для подавления классовых противников. А вот кто будет против интересов этого класса выступать, тех будем подавлять. Вот у нас все знают, что у нас государственный университет. Государственный все знают, да? Что он государственный. А кто не будет изучать те программы, которые утверждены в нашем государственном университете, будем их подавлять. Чем? Силой государства. Как будем подавлять? Выгоним. Очень просто. Не сдал? Больше не учишься. Побывал на первом курсе? Это была экскурсия. Разве не так? Все же вы прекрасно понимаете. Причем в данном случае вот я буду ставить экзамен единолично. Это вообще диктатура. Вот вы придете, и вот что я считаю нужным, то и поставлю. А почему? А потому что эта процедура государственная проведена. Вот я профессор в должности, в звании, мне это ВАК все дал.
Вот здесь я назначен, соглашение, конкурс проведен. Все, так сказать, обставлено, что тут даже и вообще нечем даже и говорить. Но если будут споры, то, как вы знаете, бывает после неудачной сдачи комиссии. Как вы думаете, профессор найдет в комиссии таких людей, которые скажут, как вы, Михаил Васильевич, что тут либеральничаете? Почему этих людей вообще держали? Надо было единицу ставить, но ее нету. Все равно у вас либерализм гнилой. Поэтому это, вы же должны понимать все прекрасно, что такое государство. Государство – это машина насилия. Более этого можно сказать, что вот если государство подавляет своих противников, то ведь подавлять по иностранному русском языке означает «to press», да? «Давить» – «press», а подавлять – «to repress». Поэтому каждое государство репрессирует своих классовых противников. И это непреложный закон деятельности государства. Если государство не репрессирует своих противников, его противники репрессируют тот класс, который утерял эту способность. Скажите, пожалуйста, вот рабовладельческое общество. Рабовладельцы подавляли, репрессировали рабов, которые пытались восставать против этого? Конечно, естественно. Да и иначе и быть не могло. Иначе они бы не удержались, как правящий класс. Так, феодалы. Во-первых, они отмобилизованы были для этого все. Потому что все феодалы на службе государственной. Все, как один. Не то, что мы служащих возьмем из феодалов. Нет, все. Все дворяне, все на службе. И вы на службе, и вы на службе, и вы на службе, если вы дворяне. Если вы не дворяне, проходите. Мы будем вас давить. И пусть попробует кто-то против дворянского класса выступать. Самым жестоким образом подавлялись восстания, какие были крестьян. Да? Пугачёва восстание подавили, Степана Разина подавили, Булавина подавили. Все восстания подавили. Все. Руки-ноги отрубали тем, кто руководит этими восстаниями. Так или не так? В клетки возили Пугачёва. Даже к доставке его чуть ли не привлекли крупнейшего и величайшего полководца в нашей истории Суворова. Но это машина же государственная. Есть приказ, надо выполнять. Есть какие-то государства, которые не подавляют своих противников? Знаете, такие государства нет? Других нету. То есть государство – машина подавления классовых противников. Организация силы. Не просто, скажем, машина, потому что машина под машину и танк подпадает. Танк – вот машина, конечно, подавление. Но это когда берем государство, мы туда включаем и весь государственный аппарат, и все органы. Это какие-то органы внутренних дел, это прокуратура, это суд. Да? Это еще другие вооруженные организации, как спецслужбы, там типа КГБ или ФСБ. Это... Вот скажем, что такое наш антинаркотический комитет? Он весь вооруженный тоже. Потому что борьба с наркоманами, или с наркоторговцами скорее, и с наркодилерами, она вот требует применения силы и так далее. Ну, армия само собой входит в структуру государства. Какая государственная машина без армии? Поэтому вот наивные люди вроде Карвалана, они думали, их вот они выберут, большинство получат на выборах в Чили. И все. Да это плевать правящему классу. Вы получили, пока вы отнимаете у феодалов землю, отдаете буржуа, то есть проводите буржуазную революцию, и вас терпят. А когда вы это закончили, приходят серьезные люди и вас убивают. Этого Альенда тут же убили, и воцарилась фашистская диктатура в Чили. Так? То есть государство – это орудие правящего класса, организация силы для обеспечения интересов правящего класса и подавления, сопротивления классовых противников. Какие бы они ни были. Вот если представители этого же класса пойдут против класса, и их будут подавлять, вот декабристы, что с ними сделали? Они пошли, видите ли, против царя из-за освобождения крестьян. Убивать таких людей. А они дворяне, плевать. Они против класса пошли давить. Их подавили. Как подавили? Одних повесили, других сослали в Сибирь. Ну, а жены пусть едут туда.
если хотят, и никто не запрещает. Там хорошо свежий воздух. А Пушкин может писать письмо шахтерам. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое горенье. Так что здесь вот надо понимать, это не обязательно, вот они другой класс только подавляют. Почему? Во-первых, они из другого класса могут брать на службу людей себе, так, и берут постоянно. Во-вторых, они подавляют и тех представителей класса, которые общим классом, общим классом интересам не соответствуют своим поведением. Вот не будете соответствовать интересам нашей российской буржуазии, которая требует, чтобы вы знали философию, то знаете, что будет. В буржуазии нужно, чтобы философию-то знал уже этот представитель этой буржуазии. А если вы не знаете, зачем вы нужны такие? Вообще не нужны такие, которые не знают философию. Что за историки такие? Давить? Так. Так как же определить? Да поэтому не так-то просто определить политику. Вот политику, вот можете записать определение, оно вам понравится. Понравится, потому что она отвечает тем требованиям, о которых мы говорили, что это должно быть одно определение для борьбы одного класса или другого сразу. И, во-вторых, оно должно включать в себя и государство, потому что эта борьба ведется с применением государства, а не без применения государства, правильно? Вот, политика – это классовая борьба. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Ну, хорошая политика. Хорошая. Понятно, что она концентрированное выражение экономики, потому что политика вытекает из интересов класса, а интересы класса определяются положением в производстве. Поэтому, конечно, каждая политика – это концентрированное выражение экономики. Это уже правильное высказывание о политике. Правильное суждение о политике. Ну вот определение. Это определение едино для двух. Только разница в его применении. Потому что если класс правящий, он не борется за завоевание власти. Он борется за удержание и осуществление. Правильно? И он осуществляет это. Ему нужно все время осуществлять. Он поэтому и борется. Потому что другой класс ему мешает или не подчиняется. Значит, приходится применять меры принуждения. Постоянно. А сколько у нас в тюрьме сидит людей в России? Примерно. Которые не соответствуют требованиям правящего класса. А? Сколько? Сколько много? 5 тысяч? 100 тысяч? Миллион? Да меньше миллиона. Да не меньше миллиона, 2 миллиона. Все взяли, что меньше. Столько народу не соответствует требованиям. Один слишком ворует, третий. А воровать разве это? Что такое воровство с точки зрения буржуазии? Вы на что напали, если вы воруете? На частную собственность. А частная собственность должна быть священной и неприкосновенной. В тюрьму. Не, ну если вы много воруете, может, и не в тюрьму. Если вы большой человек, богатый, ну, допустим, если вы взятки берете. У нас сейчас Дмитрий Анатольевич продвигал все время идею, не надо в тюрьму сажать, а давайте кратность взятки установим. Допустим, вы берете 12 взяток по миллиону каждый месяц. И если вас на одной поймали, не на всем же поймаешь. Вы же так просто не берете, как вот Хорошавин, прямо у него прямо в кабинете у него все было, лежал миллиард. Губернатора Сахалина, ну, обнаглел уже, обнаглел. Это не допустить не может буржуазии, чтобы губернатор прямо вот у него лежал миллиард наличными. Ну, так же нельзя, но ну, добери, но ну, совесть-то надо иметь.
А он совесть потерял, теперь он в СИЗО пока сидит, еще не судили. Или этот директор Федеральной службы исполнения наказания, он кому служить должен? Буржуазии. А он что сделал? А он взял и себе нахапал, нанес вред буржуазному государству на 2,8 миллиарда. Причем взятку получил просто наличными 150 миллионов у себя в кабинете. Федеральной службы директор исполнения наказаний. Можете себе представить, какой был праздник у всех заключенных, когда посадили этого Ремера? Какой был праздник там? Наверное, все достали, все запасы, которые им передачи какие были, и гуляли. Это же вот сейчас, вот прямо вот еще, и тоже еще не сидит. Еще идет следствие. Причем человек технический прогресс продвигал, так сказать, на ноги, чтобы эти одевали браслеты. Только браслеты эти не работали, они ничем не связывались, просто липу туда наделали, а денежки положили в карман. Или вот ну замминистра культуры, это же позор. Как это замминистра культуры так много денег хапнул? Ну, хапнул бы поменьше, никто бы его не тронул. А он взял и вообще положил в карман столько, что стал подрывать вообще авторитет государства в целом. А авторитет государства надо же поднимать или опускать? Он пошел против государства. Пошел против буржуазного государства статс-секретарь замминистра культуры. Статс-секретарь, ты что делаешь? В СИЗО. Но пока тоже не судили еще. Это я вам, ну, старый я не буду говорить. Только новый, который вот еще в СИЗО, даже еще суд не прошел. Государство подавляет наши такие действия. Подавлять, давить их. Пресс, репресс, репрессировать их. В чем сейчас репрессирование, кстати? Сидят в СИЗО. С какой целью? А потому что попадешь, это называется мера пресечения. Вот я вот по вашим глазам вижу, что вас нельзя оставить на свободе, и нельзя просто давать вам подписку о невыезде. Вы же уедете и скроетесь от следствия. Это мы не можем допустить. Поэтому, поскольку я был защитником по одному делу, в течение 2 лет ходил каждый четверг в налоговую полицию и читал. Там 70 томов дела, я их вот читал каждый четверг. Ну и вот сидят 2, а там, чтобы мы не утащили какой-нибудь том или не вырвали что-нибудь из тома, естественно, кто-нибудь сидел из сотрудников. За нами приглядывал. За обвиняемым и за защитником. Я был защитник. И вот, так сказать, один другому говорит, а ну они, поскольку мы там долго общались-то, то они уже нас как, относились как к своим и между собой уже болтали. И вот такой разговор летом, говорит, нет, говорит, я его не буду этого, в СИЗО. Это надо в тюрьму идти потом с ним, вот допрос у него делать, там душно летом. Чего я пойду в тюрьму? Пускай сам придет. Что значит сам придет? Подписка о невыезде. Вот если это лето сейчас, весной, нет, нет, я не буду вам это, зачем мне это надо вас в СИЗО? Это я же сам дурак буду ходить и в тюрьме с вами разговаривать. Зачем мне это нужно, общение с тюрьмой? Вот вы ко мне придете, мы мило поговорим, я с ваших слов записано верно, подпишу вас. Идите, только не вздумайте уехать никуда. Ну, надо в Москву. Придите, я вам разрешу. Куда вам? В Рязань, в Казань? Пожалуйста. А если что, у нас всесоюзный розыск будет всероссийский, и все, мы вас найдем. У нас руки длинные. Ну, уж так, извините, мы говорим о таких делах. Это же государство. Надо точно ведь понимать. То есть... Государство – это организация насилия для завоевания. Простите, государство – это организация насилия для осуществления интересов господствующего класса, а политика – классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Сейчас у нас вот в нашем государстве какая сейчас забота главная? Сейчас в нашем, у нашего государства какая сейчас? Что? Производство? Нет. Что у нас? Оборона? Сейчас выборы будут. А что такое выборы? Выборы – это что? Это удержание государства. Вы что, не понимаете, что сейчас самое главное – удержать власть? Вот удержим власть, проведем выборы, потом займемся другим. А сейчас самое главное – что? А вы не понимаете политики партии «Единая Россия».
Экономика. Экономика подождет, ничего. Все нормально у нас. И оборона хорошо, все. Подождет. Сейчас и переизбраться надо всем. Получить хороший состав Думы, чтобы там было чего большинство. Сейчас кого там большинство? Представители какого класса? Вот и надо, чтобы было большинство буржуазии. Но выборы вот всеобщие, все могут участвовать. Можете участвовать. У вас есть партия политическая? Нет? Проходите мимо. А у вас есть? Тоже нет партии? Ну, извините, мы партии разрешили. По вашей просьбе уже не 50 тысяч, а 500 человек можете собрать, уже партия. Но правда надо, чтобы зарегистрировать, надо для начала регистрации, значит, зарегистрировать в более чем половине регионов организации. Это мало кто сумеет сделать. Так? А потом, если в течение года вы еще должны, так сказать, вот эту всю проделать и собрать съезд, и на съезде, так сказать, все это порешать, все избрать, тем органы и так далее, и так далее. Вот если все это вы сделаете, и наш представитель будет сидеть от государственных органов, вот он, мы можем зарегистрировать ваше. После того, как вас зарегистрируют, можете собирать подписи. Но сразу-то в этих выборах вы не будете участвовать, потому что вы еще молодые. Следующих. Вот. И будете собирать подписи. А подписи вам сроки такие сделают, что точно вы не успеете их собрать, подписи. А если вы подделаете подписи, то за подделку будете сидеть в тюрьме. Вот товарищ Прохоров, он вот выдвигался в президент, он ничего не подделал. Зачем ему подделывать? Он же миллиардер. Он собрал студентов и других желающих подзаработать и платил им за сбор подписей. Они стояли у каждой станции метро и везде за Прохорова подписывались. За что подписывались? Это не голосование было, за то, чтобы он вошел в список, так сказать, в тот список кандидатов в президенты. Да это надо сначала. Так и сейчас будут кандидаты в Думу. Сначала вас, чтобы вас зарегистрировали, чтобы вашу там, политическую партию зарегистрировали для участия в выборах. Здравствуйте. Ой, простите, пожалуйста. Да, заходите, пожалуйста. Это, да, это я к вам заходил. Хотел это, похвалить тех товарищей, которые приходят. Это вас... Могу я похвалить вот товарищей, да, которые да. приходят? Это самые лучшие студенты первого курса. Вот в прошлом году... Всего курса? Или всего курса. Нет, кроме этих туристов. Туристы, они отдельно занимаются. Спасибо. Вот в прошлом году так почему-то. Вот вы пришли, так посмотрели. На следующую лекцию прихожу, сидят полный зал. Не знаю, что у вас такой список. Взгляд проницательный. Я понял, проницательный взгляд. Дайте мне список тех, кто был. Да, это да. Легче будет. Да. А кто не был, я сам разберусь. Да. Абдулла Хамидович, я знал, что вы ну как? По-товарищески подойдете к этому. Тут дисциплина мы же, есть, да, правильно? Мы заботимся, чтобы им вот двойки не наставить тем, которые отсутствуют. Правда? Побольше. Нет, ну то как-то хочется, чтобы... Еще время у них нас, есть до 11 числа. У нас мая. Идет сокращение преподавателей, студентов. Давайте сразу двойки их поотчисляем, только этих оставим. Нет, я не могу. И только 11 будет консультация, мая, а потом еще экзамен будет у нас 15 июня у них есть разгон. Все понял. Еще у нас не все кончено. Спасибо. А эти товарищи... Я проходил, смотрю, дверь открыта, я... Заглянул. Они не знают, что это вам не декан, это директор, это гораздо чтобы сильнее. Уважаемый профессор, и вдруг всего лишь 5 человек. Вот я помню, вы в прошлом году спрашивали, у вас претензии к лекции есть? Нет, нету претензий. А может, боятся на лекции слушать? Черт его знает. Может, будет нам пугали, нет? Может. Как фамилия ваша? Моя? Витичевский. Витичевский. Вы на какой кафедре? Кто предполагает? На кафедре новейшей истории России. О, новейшая история. Это сейчас идет она как раз. Так. Во сколько у вас занятий сейчас заканчивается? 17:10. Или давайте так. 17. Все пятеро ко мне в кабинет. 57-я. Как закончится занятие? Хорошо, в 5 часов мы закончим их. Хорошо. Я их направлю, да. Побеседуем тогда. Да, этих товарищей прошу поощрить. Ну, словом хотя бы. Словом-то ведь недорого же это будет. Я понимаю. Если они и так должны ходить, какие же проблемы. А вот почему другие не ходят, я постараюсь выяснить. Абдулла Хамидович, я вот знал, что вы обязательно спасибо, по-доброму конечно. Эту проблему разрешите. Все, да. Все во имя студента. Да, только. А потом только преподавателя. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего. Я вас жду. Вот видите, что такое хороший директор? Вот смотрите как. У нас же... Я вам должен показать, что государство – это орудие силы. Нет?
силы насилия. Вот она. Это же он, директор. Это кто такой? Это директор института. Вот он единолично издает приказы. Этих зачислить, этих отчислить. Ну, конечно, мы ему приносим, говорит, вот наставьте тем двойки. Но если это будет такое указание, наставим. Как-то я должен, когда лекцию читаю, должен демонстрировать, да? Вот такие моменты, когда вдруг какие-то вот... Хотя это все наши люди, студенты же наши люди, да? Но когда они через некоторые грани переходят, то тогда начинает уже, так сказать, мягкая сила превращается в жесткую силу. А это вот прямая сейчас вертикаль. Директор, директор. И никаких. А потом у вас вот счастливый случай, пообщайтесь с директором. Вот это как вы так попали. Те, кто ходит на лекцию, это друзья директора. А те, кто не ходит, те уже не друзья. А кто это еще видно будет. Так. Ну вот и иллюстрация у нас. Шел мимо директор, проходил. Заходил. Это же все-таки у нас лектория. Лектория – это не каждый. Вот не каждый пускает здесь слушать лекции в этом лектории. Правильно? Не каждый. Есть хуже аудитории. А то лучше-то нету. Лучшие дают. И лучшие люди не понимают, что это лучшие, а не худшие. Но для этого, вот именно потому что они понимают, то существует организация силы. И вспоминаем мы, что у нас Санкт-Петербургский. Какой университет? Государственный. Государственный. А что такое государство? Понятное дело, что... Организация насилия для подавления тех действий, которые... Действий. Ну, человека может и не подавлять, но действия такие, которые противостоят интересам господствующего класса. Нашей буржуазии российской бездельники, недисциплинированные люди не нужны. Так это выглядит примерно. Так, смотрите, что получается. Значит... Правящий класс в соответствии со своей политикой, он должен обеспечить что? Удержание. Вот чем он сейчас и занимается, вот сейчас выборы готовятся. Все, уже есть председатель, уже это избирательная комиссия. Казалось бы, что это зависит от председателя избирательной комиссии? Ну, организовать выборы хорошо, чтобы не было претензий. Чтобы потом не получилось так, что что-то какие-то нарушения или много их. А вот когда сейчас появилась такая международная уже практика, вдруг объявляются выборы нелегитимными. Это что такое? Это уже не по-русски говорят. Вот незаконными, а перевести на иностранные будут нелегитимными. Как же они незаконные, когда они по закону проводятся, их вдруг объявляют нелегитимными и не признают. А раз не признают, дескать, и как-то появляются другие носители власти, и так совершаются всякого рода перевороты. Как вы заметили, российская буржуазия, особенно на фоне того, что было на Украине, не хочется, чтобы тут были какие-то перевороты, но вовсе не собирается эти перевороты допускать. Ибо она укрепляет этот вот аппарат накануне выборов. И вот нам сейчас представляет Эллу Памфилову, она уже заслужила, она и министром была, у нас была омбудсмен, права защищала. Право какое она защищала? Видите, мы с вами говорили, что такое правозащитник. Уже показалось, что она право защищает. Какое? Какое есть? Ну, и вот она будет председателем. Уже все назначено. Будем работать по-новому, сказала Элла Памфилова. Вот. И у нас вот сейчас декан будет по-новому работать. Он сейчас пообщается со студентами первого курса. Это не так легко попасть к нему на общение, правильно? Вот. Так что нет ничего, так сказать, в отрицательном нет такого, чтобы не было положительного. Так. Итак, значит, завоевание и осуществление. Если просто класс будет, вот сидит, власть у него есть, он ей не пользуется должным образом, он сам подрывает свое господство, правильно? И не надо говорить, что это вот противоположный класс ему мешает. Не надо, потому что если вы не можете осуществлять свое господство, вот, скажем, наша правящая буржуазия, у собственность есть у буржуазии государственная? Есть? В России есть государственная собственность? Она есть. Есть. А как же? «Газпром» – государственная собственность? Государственная. «Роснефть» – государственная? Государственная. Правда, ведут себя они вот примерно так, как будто они частные. А? Это же монополия. Ну какая монополия? Это государственная монополия? Кому принадлежит это монополия? Государству.
Ростехнологии – государство? Государство. Авиастроительная корпорация – государство? Государственная. Кораблестроительная корпорация – государственная? Государственная. Двигателестроительная корпорация. Вот последняя из вновь образованных – это приборостроительная корпорация в Тамбове. Государственная. То есть у нас есть свои приборы, которые, так сказать, отвечают требованиям, необходимым для оборонных, прежде всего, отраслей. Приборостроительная. Иначе, как говорится, нет у вас ничего тогда, ни обороны, ни армии, если у вас нет соответствующей отрасли. Ну, а как же тогда, вот вы говорите, Роснефть, государственная, когда они могут, допустим, повышать цены, да, ну, получается, на бензин, и государство никак не может повлиять на это, потому что монополисты, допустим, собрались вместе, как это было? Они повышают на бензин по воле государства, потому что, если бы вы читали книгу товарища Кейнса «Общая теория занятости, проценты и денег», вы бы видели, что он советует государствам империалистическим, монополистическим, чтобы у вас не было конфликтов ненужных с рабочими. Ну, не уменьшать им зарплату, а просто, значит, устроить инфляцию. Инфляция – это что такое? Это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Вот некоторые думают, что это повышение цен на все. Если вы на все повышаете цены, зарплата – это тоже цена рабочей силы. Если вы на все повысили, смысла нет никакого. Весь фокус в том, чтобы привязать зарплату рабочих, так сказать, вот к этому основанию, а вот это ценовое море, оно поднимается, и тонет только работник. Все остальные всплывают, потому что сколько, если вы мне поставляете продукцию, и вы накинули цену, я эту сразу накидку себе, раз, в издержки, и, соответственно, у меня выросло. У меня ничего, с моей прибыли ничего не случилось, а вот зарплаты у всех стали меньше. Ну, соответственно, и пенсии, и пособия. Почему? Потому что если у нас правящий класс буржуазии, кто должен помогать в стране, прежде всего? Бедные. Бедные должны помогать богатым, иначе не будет ни бедных, ни богатых. Вот бедные помогают. Так что не думайте, что вот они так самостоятельно повышают. Самостоятельно они себе зарплату повышают. И это допускается нынешним государством. Зарплату они строят как? Есть, скажем, Новатэк. Там 24 миллиона получают члены правления. А что у нас, Роснефть хуже государственная, чем это частная? Не хуже. Потому что что такое государственное? Это тоже частное. Только частная собственность кого? Государственное. А что значит государственное? Что значит государственное? Это как-то так, это организация, это частная собственность класса капиталистов. Вы себе не забывайте, кто здесь главный. Субъект, кто? Государство или класс? Класс, то субъект. Государство – это машина его. Организация силы. Поэтому что, если у нас Роснефть – крупная компания, а у вас вот частная компания, какой-нибудь Новатэк или АФК-система, у вас сколько там в месяц платят? 24 миллиона. Так, у нас будет 27 получать. И 27 миллионов получает член управления Роснефти. Месяц вам вот дать 27 миллионов, вы же умрете от этого. Во-первых, пойдете и найдетесь так, что вас откачивают. Раз. Во-вторых, по дороге вас убьют. В-третьих, вы пойдете в какой-нибудь банк, который сразу лопнет, чтобы у вас эти деньги забрать. И уже банк скажет, все, нету денег, вы положите в банк. Нету. А если в Сбербанк положить? Что, вы не знаете, что Сбербанк у всего народа отнял деньги? Знаю. При Гайдаре. Что вы испугались Сбербанком? А вы знаете, сколько в Сбербанке получает член управления? Все ваши денежки уйдут на зарплату членам управления Сбербанка. Испугались. Так что, ну, а «Газпром», ну, там где-то в месяц, ну, 15 миллионов, ну, победнее уже, чем «Роснефть». Ну, ОРЖД, ну, 5 миллионов в месяц. Ну, что вам дать вот 5 миллионов в месяц? Ну, что вы будете делать с 5 миллионами? Все узнают вас же растерзают вас, скажите, узнают, убьют, зарежут, заберут. Вы же не знаете, что с ними делать. А есть люди, которые знают, что делать с деньгами. Они спокойно купят три острова в океане, и все. А вы даже не знаете, как их покупать и куда звонить. Народ, вы темный, необученный. Это явно самый простой вопрос. Это деньги уже есть. Вот. К
Короче говоря, значит, государство должно, вот у него есть государственная собственность. Если это государственная собственность, план можно составить, как она работает? Где план? Нету. Плохо выражены интересы правящего класса. Почему? Нет плана на госсобственность. Ну, у каждого собственника, у каждого частного собственника есть бизнес-план. Вот если вы хозяйка Новотека, у вас есть план? Есть. А у государства нет плана, на который бы увязывал функционирование всех государственных предприятий. Есть план такой? Нету. А зато есть закон о государственном стратегическом планировании, так что у нас все хорошо. Закон есть, а плана нет. То есть есть, как бы говорят, законодательная база есть. База есть, а на базе ничего нет. Как вот овощная база есть, а овощей нет. Так и есть закон о стратегическом планировании государственном. Есть, а стратегическое планирование нет. Там у них была какая-то программа 2020. Программы не было, была концепция. Концепция, знаешь, что такое? У меня есть концепция, как читать лекции. Это замысел. Замысел концепции. А план – это вот это некий, так сказать, перечень заданий. Здесь у нас план нашей работы, вы задание получили, вы все получили задания, вытекающие из интересов, и они взаимоувязаны между собой, правильно? И во времени взаимоувязаны, и по этапам они взаимоувязаны. И эту концепцию, если вы вспоминаете ее, то ее кто подписал? Владимир Владимирович. А кем он тогда был? Премьер-министром. Его подписал он как премьер-министр, а постановления правительства не было такого. Значит, бумага, подписанная премьер-министром, не нормативный документ. Не обязан никто в России подчиняться бумаге, подписанной премьер-министром. А постановления правительства обязаны. Потому что постановление правительства входит в право. Вот если сейчас Владимир Владимирович что-нибудь записку напишет и подпишет, Путин, обязаны вы подчиняться? Нет. А он указ напишет, и будете как миленький подчиняться. Потому что указ президента – это нормативный документ. Структура нормативных документов какая? Есть основной закон – Конституция. Следующий уровень – это федеральные законы. Две трети надо в Думе, чтобы проголосовало. И да, можно и Конституцию иметь. Федеральные конституционные законы. Есть просто федеральные законы. Большинство проголосовало в Думе, приняли. Есть постановление правительства. Есть указы президента, а потом после закона. После законов идут законы выше. Указы президента, потом идут постановления правительства, а потом распоряжение министров. Министр единолично издает приказ, министр, приказ Ливанова еще что-нибудь ликвидировать. Он же министр, имеет право ликвидировать. Слишком много образованных людей стало. Вам сейчас сказали, надо сокращать, все сокращать. Сейчас вот решается, сейчас вот и сократят, вас оставят. Вас это не затронет. Все сливчики. Дальше. А если это государство, значит, государство составляет такой план, а дальше дает заказы. Во всем мире как? Отмахивается от заказов государственных или рвутся к ним, чтобы их получить? Рвутся получить. То есть, если мы раздадим государственные заказы, то будет, так сказать, такое планомерное движение экономики частной, монополистической, крупной. И во всех странах империалистических, крупных, везде такая система есть. У нас наша буржуазия еще не доросла. Никак. Пока не доросла. Но дорастет, наверное, будем надеяться. То есть мало удержания государственной власти, надо ее осуществление. Иначе вот интересы... Ну что, буржуазия обогащается же. Это разве буржуазия? Вот что такое буржуазия? Это персонифицированный капитал. Да? Капиталист кто такой? Персонифицированный капитал. А капитал что такое? Это самовозрастающая стоимость. А у нас что? Какая-то самоубывающая, саморазрушающаяся стоимость. Ну, что это за капитализм такой? Капитализм – когда все больше, богатство больше. Ну, вспомните, капиталисты промышленность развивали. А что это? То одно лопнет, то другое лопнет, то третье лопнет. Ну, это что это за капиталисты такие? Капиталисты, потому что первые волны были из феодализма. А кто по отношению к феодализму – это были самые прогрессивные люди, правильно? Вот вы умеете завод создать, вы умеете речную компанию, там, большую, крупную, вы наладить связь.
вы, так сказать, телеграф, телефон, вы банки там и так далее. А тут пришли, понимаешь, ну что такое? Вот вроде как связь есть, и по этой связи сообщают, это развалилось, то разрушилось, того уже нету. И везде, значит, на этом, как говорится, промбывшей площадке, там будем строить дома, в которых 30% занято, а 70% пустых в Москве. Потому что дом есть, а квартиры эти не по карману. А кому они по карману? Не знаю. Во всяком случае, вот для лиц вот такой квалификации и уровня, которого у меня, это недостижимый совершенно. У меня никогда таких денег не было и не будет, на которые можно приобрести квартиру. Смешно даже. Хотя вот я не отношусь к низкооплачиваемому. Я профессору. У нас еще ОЦО. Вы знаете, что такое ОЦО? Не знаете. Государство у нас не забывает, какие у нас особо ценные объекты. Вот наш университет – особо ценный объект, сокращенно ОЦО. Поэтому раз ОЦО нам, значит, кроме к окладу, полоклада, к ставке за докторскую, половина этой ставки, значит, доплата за звание профессора, за должность профессора – половина, за звание профессора – половина. И так, и набирается. Вот у меня по соглашению 42 тысячи рублей. Это больше, чем средняя по России, потому что средняя по России 30 тысяч, а у меня, как у профессора, в звании и должности 42. А вы вообще бедняки. Такую пенсию получаете, стипендию. Стипендия как пенсия. Так. А что должен сделать класс противоположный? А ему задача более сложная. Работать? Так что работать? Надо завоевать эту власть государственную. Это революция. Кто вам ее даст? Вот я и чувствую, что вы хотите завоевать власть. Мы вас не подпустим к этой власти ни за что. Причем мы будем идеологически вас подготавливать, что ничего у вас не получится. А если не поможет нам наша идеологическая обработка, у нас есть внутренние войска. Они хорошо у нас вооружены. В бронежилетах и такие вот шапки, такие, какие космонавтов такие. Знаете, нет? Ну, правда, это ничего не помогло, вот когда, если народ подымется, то никакие войска уже не остановятся. Потому что восстание народное, если оно настоящая великая революция, там, когда народ восстает, не надо доводить народ до такой степени. Поэтому, если кто и виноват в этом самом, со стороны буржуазии, в этом вооруженном восстании, которое было в октябре 17-го, ну, это временное правительство. Ну, что за люди? Не созвали учредительное собрание. Ну, первое дело, что надо делать? Удержать свою власть. Надо этим заниматься. А они чудем занимались. Чуть-чуть что, понимаешь? Они пошли, война до победного конца. Ну, у вас и силы нет, а вы пошли воевать. Не, надо думать об удержании власти. Они слабые буржуазии, прогнали и все. Ну, правда, тут другое сказывалось. Она вообще отставала, наша буржуазия российская, потому что у нас советы были созданы в 5-м году, когда буржуазия вообще никаких основ не имела. Потом буржуазия в организации советов тоже участвовала. Меньшевики и эсеры, они же представители буржуазии больше, чем рабочего класса. И потом, пока они там тут разворачивали это временное правительство, представителей органов власти нет. Никакой демократии не сделали. Что это за правительство такое? Органа нету? Нету учредительного собрания. А правительство есть. Ну, это правительство скинули, ничего не осталось. А советы невозможно скинуть, они везде, во всех местах. Их обогнали, так сказать. Так что вот задача, которая у подчиненного класса более сложная. Но завоевать надо власть. Причем как завоевать? Если вы завоюете ту власть, которая была, то вот что касается вот перехода от эксплуататорского общества к неэксплуататорскому, доказано и Марксом, и Энгельсом, и Лениным, что нельзя просто взять ту государственную власть, которая была, и пустить ее для других целей в ход. Нельзя. И у Маркса и Энгельса написано прямо – сломать, это разрушить старую государственную машину. Ну, большевики показали, что не надо ее ломать и разрушить, надо создать другой государственный аппарат в виде советов и оттуда забрать все позитивные силы, которые могут работать в этом новом государственном аппарате, в том числе в армии действовали
военачальники, которые пришли из генерального штаба царской армии, да, генерал Брусилов, например. И вот вооруженные такими специалистами Красная армия разгромила Белую армию. А Белая армия не слабая была. Антанта ей помогала. Создали новый государственный аппарат, а тот просто вот из него лучшие силы забрали, и он и пропал. Никто его не громил. Ну, кто громил? Ну, вот вы телефонистка работаете, либо будете работать телефонисткой, только по телефону другие люди будут говорить. Только и всего. А ваш банк объявляется государственным. Вы как были директором банка, так и будете. Не будете делать то, что вам скажут. Вы не будете директором банка и вообще, может, не будете. Мы вас предупредили. Спасибо за хорошую работу. Мы надеемся, что мы сработаемся, и все. Но мы с ружьем. Мы ружье не собираемся принимать, мы применять. Ну, применим только в самом крайнем случае. Вы увидите, когда мы его будем применять. Ну, примерно так все это и выглядело, если так вот брать эту историю. И все. Вот это политика по-крупному. То есть мы с вами разобрали очень важное ее, очень важное понятие. Потому что если мы это понятие понимаем, если у вас реакционный класс, то политика ваша грязная, потому что вы хотите белое выдать, то есть черное выдать за белое. И позорное выдать за прекрасное. Правильно? А как еще? Что делать еще? Ну, а если вы прогрессивный класс, то вы подавляете реакционеров. Это святое дело. Вот как уважают же лидеров французской буржуазной революции. А они головы отрубали. А что, это не были репрессии, что ли? Это репрессии сильнейшие. Вот у нас улица Марата. Все уважают. Марат. Д'Антона, Робеспьера. Всех этих буржуазных революционеров все уважают. Но не сказать, что любят. Ну, уважительно к ним относятся. То, что они прогрессивные, они вот, решая эти прогрессивные задачи, подавляли сопротивление реакционной феодальной знати. И не допустили воцарения, так сказать, реакции. В конечном итоге их дело победило. И установилась власть буржуазии, прогрессивная на тот момент. Правильно? Они выступали за прогресс. Ну, вот так обстоит дело. Вот с таким пониманием политики мы с вами вооружены для исследования разных всяких исторических проблем. Я не представляю себе, как можно исследовать какие-то исторические вопросы, не разбираясь в том, что такое политика. Поэтому вот и как обеспокоенный директор, поэтому ждет вас, чтобы рассказать вам о политике дирекции Института философии в отношении тех студентов, которые не выполняют свои обязанности в государственном университете. Так что, милости прошу, на этом лекция заканчивается. Абдулле Хамидович, он очень просил с вами побеседовать. Сначала он хотел от меня список взял, говорит, зачем мне эти бумаги, я лучше с народом поговорю. Вам повезло. До свидания. До свидания, всего хорошего.